Привет, Ютуб. Пора вскрытие провести. Сегодня мы с тобой посмотрим, что мы с тобой покушаем сегодня, завтра, ну или когда-нибудь. Посылка пришла от верной подписчицы, от нашей подруги хорошей, Аленго, или Лена Руденко, у нее никнейм. Вообще ей нравится, когда ее называют Аленка, или Аленго, или Аленга. Что-то такое. Вот такая огромная коробка пришла. Подписчицы, респектище от нас. Объединенная кондитерская сеть написано. И сейчас мы с тобой проведем вскрытие и посмотрим, что мы с тобой покушаем сегодня, завтра или когда-нибудь. Надеюсь, что-то... Ну, не надеюсь, я уверен, что тут что-то такое... Та-дам! Да ни хрена себе тут! Офигеть можно! Вдохновение! Темный шоколад! Чоколад! Давайте вот так покажу сейчас, если я ее подыму. Короче, вот такая тема. Огромная коробка ништяков. От Аленго. Аленка, Алена, Лена Руденко. Короче, я тут подозреваю, что... Поправляйся, Максон, короче говоря. Вот, именная шоколадка от Алены, тоже Аленка. Будем вот так складывать и потом посмотрим, что... Вдохновение! Малиновый тарт! С ошибкой написали! Тарт вместо торт! Это надо же, кто-то ошибку сделал! Печати, где печатают эти этикетки, тоже никто не посмотрел, это... Нет слов. Какие-то конфетки прикольные. Много. Золотое суфле какое-то вот такое. Уже слюни бегут. Вот такой пакетос конфет целый. Пряник тульский. Вверх ногами положил. Вот там Василий лежит и Маська лежат такие. А вот тут я не знаю что. Ух ты, ни хрена себе. Это что такое вообще? В пупырках. Очень круто запечатан. О, это Максова сладость. Слаб, короче, Макс на орехи. Мед с орехами. Смотри, что. Частная пасека. Бомбическая сила. Антистресс. Ай, кайф. Лайк, если любишь так делать. И тут пошли ЗОЖ. Зефир с экстрактом каркаде и витаминами со вкусом малины. Малинки, такие вечеринки. Овсяное обожаю, со злаком и изюмом. Любовь Геннадьевна тоже. Привет, передавай Любовь Геннадьевне, он там стоит. И вам привет. Тебе Вася привет передает. Овсяная со злаками, с абрикосовыми морковными цукатами. Не ел вообще такое, блин. Ну, Аленка. Ох, злодейка такая. Поправляйся, Макс. О, бабаевский. Зачетнейший шоколад, конечно же. На все на это будет обзоры обязательно. И всегда буду упоминать, что это Лена Руденко или Аленка. О, это дорогие конфеты какие-то. Мини-кубкакис. Кубкакис. Кубка кейсы какие-то, короче говоря. Вот такая коробка конфетов. И тут здоровенная коробка. Красный Октябрь. Ууу, Красный Октябрь-то это, блин, нифига себе. О, вот так можешь камерой провести. Вот это все от Аленки пришло. Перешло. Мне больше всего... А, шли, не побежали. Вот это. Для мужика лучше нету. Это мед с орехами. У тебя будет... Как сказать в видео? Тонус будет стоять. Вообще все будет стоять. И тонус в том числе. Мед ореховым ассорти. Вот такой подгон от нашей подписчицы. Кстати, она еще и спонсор. 2-3 лайка. Короче, 3 лайка, мы будем все на все будем делать обзор. 3 лайка. Не знаю, вообще канун Нового года, завтра Новый год, я не знаю, когда видит это видео, но всех с наступившими, или с наступающими, или с прошедшими, и хорошего всем. Хорошего настроения. Времяпрепровождения.
Береги себя в эти моменты. Аккуратнее с этим делом. Ну и вот это можно, конечно. Это ЗОЖ, эко-ботаник. Это вообще ЗОЖевская еда вся. Но остальное сахар и быстрые углеводы, конечно. Но мед, я не знаю. Вот, кстати, пиши в меде там сахары или что там вообще в меде находится. Да, продукция без сахара. Это ЗОЖ, я, по-моему, сказал сейчас. Если ты слышал, я не знаю, ты слышал. Нет, Любовь Геннадьевна куда-то сейчас уходила, наверное. Это все ЗОЖ, оно и... Что мы с тобой, мясо это делали? Как оно, псевдомясо? Соя, блин, забыл слово. Ну все, пока не скучай, не грузи, скоро Макса в гости жди. Аленки, Лени, Лена, Аленга, Аленка, Аленго. Я не знаю уже, как назвать, потому что вообще Лена Руденко. Но мы между собой ее, мы с ней. Да, Елене, спасибо. Алене, Лене. Мы все постараемся съесть. Все в себя. Ни грамма врагу. Да, Васьки? Тут у нас вот так. Сейчас я тебе поближе красиво покажу. Вот так. Ой, моя Моника проснулась. Эстафетная камера передача. Передача гол. Рад, очень благодарен бесконечно. В первую очередь не то, что там какие-то девайсы или ништяки или прочее, но это тоже. Но самое главное за внимание, что я очень-очень трепетно отношусь к этому моменту. Внимание – это самое дорогое, что можешь дать человек один другому человеку. Всем здоровья, всех благ, береги себя и всех близких, здоровья, пока. Всех с наступающим. Да, можешь, или с наступившим уже, или счастливого Нового года. Как Макс выпустит. ХЗ, вон, сижу сейчас, монтирую, покажи. Поэтому ХЗ пока. Пока.